В мире Праи катаклизм стал новой точкой отсчета истории. Потоки хлынувшего Прайма начисто стерли старый мир и большинство воспоминаний о нем. Но из них восстал новый мир. Мир Праи. Вскоре выяснилось, что Прайм обладает мощными свойствами, способными трансформировать материю, что он может почти все, если найти к нему свой подход. Некогда единая империя оказалась расколотой на два государства. На севере научно-исследовательский подход к Прайму привел к развитию уникальных Прайм-технологий. А в низинах юга Прайм вошел в метаболизм местных жителей, даруя им способность к новой, интуитивной магии. Источник прогресса доктов и магии одарнийцев, Прайм стал главным ресурсом. Вот и сейчас герои обоих государств опять сошлись в бесконечном противостоянии. Но меня нет среди них. У меня свое поле битвы. Прайм-зона. Эпицентр катаклизма. Дикая земля, кишащая чудью, опасными монстрами эры Прайма. Вот мой враг и моя война. Я долго ходил по Прайм-зоне охотником-одиночкой. Истреблял чуть и разыскивал артефакты прежних времен. А потом я познакомился с этими ребятами. Дерзкие охотники за артефактами, построившие себе уникальный летающий корабль. На нем они забираются в самую глубь Прайм-зоны, за особо ценной добычей. Защитники. Первые и единственные, кто объединил в своем арсенале и Прайм-технологии доктов, и магию Прайма одарнийцев. Они отточили свое мастерство боя до совершенства и усилили его магией и артефактами. А главное, научились создавать хитроумные защитные башни, способные отражать массовые атаки чуди. Во время безумия глобальной войны, вновь охватившей материк, защитники ведут свою битву за наследство Прайм-зоны. И теперь я один из них. Владеть нашими боевыми секретами. Назначаю тебя командиром этой операции, а я помогу советом в трудную минуту. Выставляй защиту. Нам нужно время, чтобы достать артефакт. Не дай им добраться до алтаря. Не забывай строить башни. Но учти, если строить много одинаковых башен, их стоимость возрастает. Деталей не так уж много. Вам не пройти, твари!
внутри. Что там с запчастями? Фу, вязкая смесь готова. Если надо, можем построить замедляющую башню. Зверобой, ты же герой как-никак. Может, поможешь нам какой-то магией? Могу только самое простое. Прайма маловато. Заряжай! Уже почти готово. Осталось совсем немного. К бою!